Нецах Хот, который называется Лимуде Ашем, изучение Всевышнего. Бегин детаман иштакхурегу мишха бентерен каямин детаман шарьян, потому что там собирается великое масло, то есть имеется в виду свет влияния, да, масло мы зажигаем, чтобы оно давало свет, между двумя столбами, Нецах и Хот. Нецах – это вечность, символ Моше Рабейну, Хот – это великолепие, символ Ахарона Коэна, который находится там. Атарки нишу дехоль рыбут, умшах де нагид милела, лаш да але, бефума де ама. В этом месте, где собираются все великие света, свет, который притягивается сверху, для того, чтобы пролить его на сферу Исот. Уль арка але, бехайте уда. И что сделать? Дать благословение вот этой печати. Гудень иткашар кула кишра хад мехемена. И тогда все эти свирот связываются одной связью. То сейчас посмотрим. Таха зэман бенину, нимиштадле беурайта лин ми эмэмне. Говорит Зор, смотри. Какая, говорит, разница между теми, кто изучает Тору, как надо, и теми, кто является преданными пророками? Кто больше? Талмид хахам или пророк? Пророк. Сейчас посмотрим, что Зор говорит. Инду нимиштадле беурайта адифе минве бехоль зимна. Слушайте. Инун де миштадле беурайта адифе. Что это адифе? Адиф. Лучше. Минвие бехоль зимна. Те, кто занимается Торой, они лучше, чем пророки. В любое время. Майтама де инун кайме бедарга ила айятир минвие. Почему? Потому что те, кто изучает Тору, они находятся на более высокой ступени, чем пророки. Инун де миштадле беурайта кайме лейла беатрады икре Тора. Те, кто занимается Торой, на небесах, они находятся на месте, которое называется Тора. То есть это сфера Тиферет, третья ступень от Хеседа. Дегуки юм дехоль мехемнута. И это есть, поддерживает существование всей нашей веры, изучение Торы. Унвее каймеле тата бе атарди икрун нецах вегод. А пророки находятся ступенью ниже, которая называется нецах и год. Тиферет это Яковину, Нецах и Ход это Моше и Аарон. Ва альдайнун миштадле беурайта адифе минвие вилла ин минхон ятир дил илен каямин летата. Поэтому говорит, те, кто занимается Торой, они лучше, чем пророки. Они предпочтительнее, адифе, предпочтительнее, чем пророки. И они выше, чем пророки. Потому что пророки находятся ниже них. Инун де амрен милен беруха кодеш каймеле тата микуле. Он говорит, то получается так, что те, которые говорят с руха кодеш, со святым духом, они находятся ниже всех. Потому что руха кодеш выходит из малхут. А она еще ниже, чем нецах и хот. То есть руха кодеш, это самая низкая степень пророчества. То есть есть сон. После него есть руха кодеш, после этого есть невиут, пророчество. Руха кодеш это святой дух. Пророчества сегодня нет, но есть, которые сегодня есть у людей Руха Кодеш. То есть они могут видеть с одного конца мира на другой. Самый низкий есть. Рэби Милюбавич, у него был, скорее всего, Руха Кодеш, Бабасали и так далее. Есть были такие люди, которые сегодня есть. Было у больших людей сегодня самое низкое, которое есть. Да. Закаин инун димиштадле беурайта де инун бедарга или аятир алкола. Он говорит, хвала тем. Или счастливы те, которые занимаются Торой, потому что их ступень выше всех остальных. Выше, чем у кого Руха Кодеш, и выше, чем у кого есть пророчество. То, но они не пророки, но все равно они для Бога выше, чем пророки. Ман де але беурайта ла ицтерих ла ле корбанин ве ла ле иллаван. Говорит Зор, человек, который занимается Торой, ему не нужно корбанот, ему не нужно олот, чтобы искупить его грехи. Де ха орайта адиф микола. Тора лучше, чем это все. Виктишура дымимута декула. И она является связью веры для всех. В Альдакатив про это написано. Дерахеа дархеном вехоль нетивоте шалом. Пути Торы, они приятные пути. И все ее пути мира. Ухтиви написано. Шалом рав ле охаве торотеха мейн ламом их шоу. Написано что? Шалом рав. Огромный мир тем, которые любят твою Тору. И нет у них михшоль. Они не споткнутся. Они не провалятся. Это Зор на сегодня. Мусар на сегодня. Шарек душа. Секунду. Кто Тору изучает, из-за них мир держится. Да. А пророки, из-за них мир не держится. Нет. Из-за этого, значит, так. Скажи, история была, если ты хочешь записать. Хорошая вещь вот эта. Чтобы
То, мы только что в Зоре сказали, что человек, который изучает Тору, он по степени находится выше, чем пророк, или выше, чем у того, есть руха, чем у того, кого есть Руха Кодыш, Святой Дух. Была и потому что тот, кто изучает Тору, именно он поддерживает существование мира. Была история во время Гаона Вильна. Однажды зашел его ученик, и Гаон Вильна встал перед ним. Его ученики сказали, с каких пор учитель встает перед учеником. Он сказал, я должен вам сказать, Бог как создал мир, Бог создал мир, что у нас здесь день, в Европе ночь. Там ночь, у нас день, чтобы 24 часа было изучение Торы. Если на одну секунду не будет изучения Торы, то мир прекратит свое существование. Сказали им, лобрити йома малайла, хукот шамай ваарес ло самти. Пасук говорит, если не мой союз дня и ночи, законы неба и земли я не установил. То есть, если этот союз изучения Торы прекратится на секунду, все законы природы исчезнут. Как большие физики говорят, мы можем объяснить создание мира. Mm-hmm. По законам физики мы можем объяснить, даже без создателя, не дай бог, что можно создать мир по законам природы. Но у нас один вопрос есть. Кто создал? Эту природу. Кто установил эти законы природы? Кто им сказал, что должна природа так быть? Поэтому, если не будет одной секунды изучения Торы, мир прекратит свое существование. Поэтому, говорит Гаон Вильна, прошлой ночью во всем мире никто не изучал Торы. Кроме этого мальчика, который сидел ночью и изучал Тору. И сегодня мы с вами живы и здесь находимся благодаря ему. Потому что он не пошел спать, как все остальные, а он сидел и изучал Тору. Поэтому говорит, я встал, потому что сегодня я здесь благодаря ему. То это история о величии изучения Тора. То дальше мусар на сегодня. Вы же говорите, тут ночь, тут день. Они изучают, эти спят. Вам эти спят, эти изучают. Ну, все уснули. Я знаю, мол, какого, что случилось. Все были бизи. А? Ну, так, тогда, так получилось. То говорит Шарик Душа, часть вторая, врата седьмые. Закончили шестые, выходят, начали седьмые. Цицит, квар, ядата, киги, шекула, кехола тора, увгиматрия, тар, ви имьяк, хульот, харе, тарьяк. Говорит он, ты знаешь, что цицит равносилен, мицва цицит равносильна всем остальным мицвот, которые в Торе. Гематрия слова цицит 600. И еще... Талит гадоль и талит катан. Талит гадоль, талит катан особенно это важно. Талит гадоль мы все одеваем здесь на шахри. Он говорит, гематрия цицит 90, 10, 90, 10 и 400 получается. Цадик ют, цадик ют, тав 600. И еще на циците есть 13. Он пишет хульот, 13 витков, но по другому объяснению, что у нас есть? У нас есть 5 узлов и 8 нитей. 5 плюс 8 получается 13, то есть 613. Одна мицва цицит равносильна всем остальным мицвот в Торе. Гамки, кроме этого написано, уритем от узкартем от коль мицвот адонай, магичи шкула кехола мицвот. В Торе напрямую написано, и увидите цицит, и вспомните все мицвот. Тора говорит, смотри, одна мицва цицит равносильна всем остальным мицвот. Тефилин, мишено мекайман, некра, каркафта, деламанах тефилин, шеено камбитхиат амитим. Тефилин, человек, который не одевает тефилин, называется пустой череп. И человек, который не одевает тефилин, во время тхиат амитим не проснется. Так. То есть, человек, который не одевает тфилин, он называется голова без тфилина. Голова, на которую тфилин не накладывали, во время тхиата метим он не встанет. «Вамнихан, кола мазикин, ве умота улам, ерим имену». А тот, кто одевает тфилин, все нечистые силы и другие народы боятся его. «Ве алав неймар, про него сказано, веру кола меарец». И увидят все народы земли, и что увидят? Что имя Бога написано на тебе. Где имя Бога написано? Когда мы одеваем тфилин. 21 раз написано имя Бога в тфилине. 21 раз на руке, 21 раз на тфилине на голове. ועליו נאמר תאמר ארץ, רבי אלעזר אומר, אלו תפילין של ראש, ולעתיד לבוא עליהם נאמר צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. Что, где написано, что имя Бога написано на твоей голове, это тфилин на голове. И говорит Рабби Элазар, об этом сказано, что в будущем праведники будут сидеть и их короны на их голове. Что за корона? Это тфилин, который будет на голове у праведников. Я вам говорил, мой рав Равицкак Абрамов, когда был однажды в Казахстане на перроне, он одел тфилин утром, он сказал, не одевай,
Он надел на перрон все гои, которые стояли, все разошлись, оставили его спокойненько. Был случай в Израиле, на севере там, когда война была, и захватили деревню, и там был солдат, который один, остался один в доме, он сказал, ну что мне делать? Я умру с мицвой, одел цицит, одел тфилин. И когда арабы ворвались туда, они увидели коробочки на руке и на голове. Сказали, о, у него, наверное, на руке и на голове бомба, он сейчас взорвется. И убежали. И эта мицва его спасла. Когда здесь написано, они увидят тфилин на тебе и будут бояться тебя. Даже говорит Шарих Душа, Криачма, Кварьядата, Киум, Юхудошель, Маком, Шеушореш, Лехола, Мицвот. Он говорит, мы должны знать, что Шма Исраэль это... Единение имя Всевышнего. И это корень всех мицвот. Гам ешбар рамах теводки аль-еде криата нитканин рамах еврей аншама. И в Шма Исраэль есть 248 слов, как есть у человека 248 жилы сухожилий. Но кроме этого, он говорит, не только в теле есть, и в душе есть столько частей. 613 частей. 248 органов и 365 жилы сухожилий. И он говорит, криачма... 248 слов там исправляют 248 частей нешамы, нашей души, самой высокой части души. Гам амру бадон зеклам раха, коре криачма паамаем бехоль йом, ки илум мекаем кола тора, шене мар, вагита бо йомам валайла. Также сказали мудрецы, человек, который читает Шма Исраэль два раза в день, как будто исполняет всю Тору, как написано, вагита бо йомам валайла, и занимается ей днем и ночью. Это мусар на сегодня. Алаха на сегодня. Рамбам алахот маасе корбанот. Глава вторая. Как делать корбанот? Говорит Алаха. Кама гуши урнесахим нисхе кевес. О кивса исарон солет балул бервитахин. Шемен веяйн ла нисхе рвитахин. Вехен нисхе хаэс. Бен катам бен гадол. Бен захар бен акева. О нисхе рахел. Афар пиши и гедола. Теперь. То говорит Рамбам. Сколько должно там быть возливаний? Размер возливаний. Человек, который приносит вино. Или та, мука, как мы сейчас сказали, он говорит так, для самца и для самки барашков 1/10 эфы. Муки, замешанной с четвертью хин масла. Четверть хина масла от вина. Ну, надо проверить, сколько это хин и так далее. То же самое относится к возливаниям для козы. Неважно, она большая или она маленькая, это самец или самца. И это самец или самка, козы и породы. А, также Авал, Рахель Аф Альпи и Шигдула. И даже если это овца и она большая, то же самое возливание. Авальницы Айл, Хеншне и Сарон, Эстроним Солет, Балул Бишлишидахин, Шемен Вен Ленеск Шилишидахин, Венецкий Апар, Оаегел, Бен Захарим, Бен Некивод, Шлуша, Эстроним Солет, Балул Бахацихаин, Шемен Вен Ленеск Хацихаин. Но если есть баран, здоровый баран, рэм, тогда его возливание 0.2 от эфи. Там была у нас 0.1, да? Здесь 0.2 от эфи. 0.2 эфи муки, смешанной с третью хина оливкового масла, до этого было четверть хина, и треть хина вина, там тоже была треть хина вина, те, которые были поменьше. А возливание для быка или коровы, самца или самки, 0.3 эфы муки, смешанной с половиной хина масла и половина хина вина. То есть, чем больше животное, тем больше было возливание для него. И вторая алаха на сегодня говорит «Элухен анцахим бен леула бен лишламим кишиур хазе лехол эхад вэхад». Вот следующий размер возливания на для ола, жертвы всесожжения, или шламим, мирной жертвы, кишиур хазе лехол эхад вэхад. Как этот размер для каждого? Шенеймар, как написано, «Камиспар ашер таасу, каха таасу лэхад камиспарам». Сколько вы будете делать, столько же возливаний должно быть по их числу. Эн мусифима на шиурим, а элу в эн гур ин мехем. На эти размеры, которые мы перечислили, нельзя добавлять и нельзя убавлять. Бим гара осиф кошу пасуль. Если он добавил или уменьшил, пасуль. Гуц микевес хаола шимакривим бейом ханафат. Хаомер шан хасим шело шне слоним балул бешлишит ахин. Шемен афар пиши нихпела сольто. Ло нихпела ено вешамно эле яйн ланесак рвит ахин. Теперь, кроме есть одно исключение, он говорит,
это Параша, который приносит с Омера, там его возливание шне эсруним, две десятых муки, балуль бишлишит, на треть муки, на треть хина масла, а попищенных пыла соль то, несмотря на то, что теперь что здесь получается, здесь у него муки было в два раза больше. Лоних пыла ено. Вино не увеличилось для этого барашка с корбана Омер. Бешам, но и масло не увеличилось, эле яйн ла несах рвит аин. Яйн, вино, четверть. А мука удвоилась. Стоп, на этом мы закончили на сегодня. Баруха дуна ле улам, амен ве амен.